был обычный день в офисе. Че, как выходные? Катя? Как ты? Что случилось? И тут все поняли, что пропала кофемашина. Как всегда, на помощь подоспела Ангелина. Так, тихо, успокоились. Глубокий вдох. Через минуту она поняла, что нужно брать ситуацию в свои. Выдох. Хорошо. Все по одному. В переговорку. Каждый сотрудник что-то недоговаривал. Что ты делал на выходных? Рома опять крутил роман с Катей. Да, ничего, с друзьями в барчике тусил. А мне сказали, что ты выходные с Катей провел. Да. Вы же расстались. Третий раз как расстались. Все понятно с тобой. Давай, иди. А Олег, как всегда, врал про свои поездки в Европу. Я все узнала. На камерах ничего нету. А что охранник? Тоже ничего не видел. Пусть зайдет. Ну что, я могу идти? Олеженька. Да нет у тебя никакого дома в Барсе. Это твой Барс? Знаю про тебя все. У нас твои бабушки в Ивантеевке живут. Ну, лучше скажи. Ты кофемашину взял? Нет, Ангелин, честное слово тебе говорю. Ты только, пожалуйста, никому не говори ни про Ивантеевку, ни про бабушку. Ладно, иди уже. А Ваня вообще нес какой-то бред. Я вот катался на велосипеде. У меня велосипед 27-скоростной, кстати. Вам нравятся велосипеды? А еще я приготовил такую очень вкусную индейку. Вы любите индейку? Вы вообще любите мясо? Вы же следите за питанием. Вы такая стройная. Стоп. Я все поняла. Лишь со слов охранника удалось выяснить какую-то информацию. Михаил, успокойтесь. Я знаю, что вы по ночам к нам хочешь кофе пить. Да я разок. Я в пятницу поздно вечером заглянул. Да вы поймите, так спать хочется. А там это, фигура такая в темноте. И утки крякали. Утки? Ангелина очень долго думала. Потом еще и еще. Может быть, их уволить всех разом? Или вообще уже забыть про эту кофемашину? Но тут кое-что произошло. О, вот и пицца приехала. Ваня? Я сейчас все объясню. Ну, оказалось, это был сисадмин. Представляете, он просто влюбился в начальницу и хотел ее удивить. Ничего себе. Ваш капучино, пожалуйста. Спасибо. А дальше-то что было? А дальше кофемашина вернулась на свое законное место. И как-то раз Ангелина подошла к ней, чтобы попить кофе. Как дела? Ваня, блин. Кофемашина заговорила Ваниным голосом. Ангелина, у вас самая прекрасная улыбка на свете.